should be so beautiful. Now look at me. My actions are unbeautiful. It's clear to see. Come on and step out of the cage. Turn a chapter, turn the page. I'll take my pen. Сегодня у нас проходит мастер-класс Кати Белявской у меня в студии. Так что, как говорится, я сразу с корабля на бал, сразу на танцы. Вот, и решила сразу для своих деток сделать такое повышение танцевального уровня. Я вообще считаю, что посещение мастер-классов – это просто обязательное условие обучения детей в танцевальных школах, потому что они должны обучаться и развиваться не только со своими педагогами, но и получать информацию от, как я считаю, топовых танцоров, постановщиков, перенимать не только лексику, но и опыт и манеру исполнения, преподавания. Очень важно именно понимать базовое исполнение разных техник. В данной ситуации сегодня мы занимаемся contemporary, вот, и я вам покажу. Вот у нас Катюша дает правильную технику дыхания, как нужно уметь дышать, потому что для танцов очень важно правильно дышать. Частые проблемы танцоров в том, что они не умеют дышать, поэтому у них нет большой амплитуды тела, и, соответственно, они на сцене быстро выдыхаются. Большой мастер-класс по базовым движениям Contemporary Dance. Как тебе? Мне очень понравилось, это очень интересно. Что-то болит? Так, немножко. Немножко болит спина, но это пройдет. Вот, так что я тебе желаю всегда совершенствоваться, учиться, не останавливаться. И на самом деле, что мы делаем, когда мы танцуем? Мы живем. Супер! Ура! Порядки управления своим телом. Поехали! Спочатку! Первая компания. Встали вам медленную музыку. Смотрите, эта музыка обусловлена для того, чтобы вы сейчас почувствовали именно этот стресс во всех своих частях тела. Вертикальном положении, только въезд до кик и пам, да,
там помогать.